Не с первой попытки было суждено состояться этой встрече. В первый раз самолет с Валерием Поповым, покружив над Мурманском, вынужден был вернуться обратно в Петербург из-за погодных условий. На этот раз все состоялось, и Центральная городская библиотека радушно приняла писателя в своих стенах. На встрече побывала и наша съемочная группа. Впервые на польской земле известный российский писатель. Сценарист, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреат премии имени Сергея Довлатова, премии «Северная Пальмира» и «Золотой устав», президент Санкт-Петербургского отделения российского пен-клуба, член редколлегии журналов «Звезда» и «Аврора» Валерий Георгиевич Попов. Встреча с писателем проходила в рамках Года культуры в России. В Центральной городской библиотеке Мончегорска Валерий Попов представил книгу Дмитрий Сергеевич Лихачев из серии «Жизнь замечательных людей». Именно Лихачев стал символом российской культуры 20 века, ее олицетворением. Лихачев, конечно, ключевая фигура, и вот от эпохи серии советской власти остался как бы Лихачев как эталон. Эталон, человек номер один, человек безупречный, человек образцовый, человек, который повернул нашу жизнь в лучшую сторону. Вот, пожалуй, его роль ключевая в том, что мы сейчас сидим, читаем книги и не пропали как страна. С презентацией своего труда автор посетил нашу северную землю совсем не случайно. Ну, интересно, конечно, в связи с Лихачевым, что он примерно здесь... важную часть своей биографии прошел Дмитрий Сергеевич. Он здесь после каторги, он здесь еще служил на Беломорканале, строил Беломорканал. И вот здесь, вот, в Медвежегорске, он работал последнюю часть своей каторги, уже будучи опытным и много понявшим человеком. Так, он здесь созрел, можно сказать, как личность. Эта каторга ему служила даже и полезную службу. Он стал здесь ученым, полюбил север, полюбил русскую старину именно здесь. И вот поэтому эти земли лихачевские тоже, поэтому я на месте, не зря сюда приехал. Читатели отмечали разницу в повествовании о Лихачеве у Валерия Попова и в ранее изданных произведениях о Дмитрии Сергеевиче. И как все-таки Лихачев стал для нас символом интеллигенции? Как формировалась его личность? Из каких кирпичиков складывалась? Валерий Попов в своей книге дает два главных определения Лихачеву – боец и интеллигент. Лихачев был связным между интеллигенцией и властью, и эта роль его сильно мучила. Попов отмечает, что Дмитрий Сергеевич всегда находил в себе силы идти против всех течений, идти на риск. Нужно было решать, куда раритет отдавать, фонд культуры или церкви. Он кого выбирал? Он шел на конфликт даже с церковью. Говорит, нет, друзья, церковь это пропадет, это должно быть в фонде культуры. Диалог получился интересным. Писателю задали немало вопросов. На встречу собрались учителя, писатели, представители администрации города и просто поклонники творчества. Я читала его несколько книг, ну, такие как «Комар живет, когда поет», «Жизнь удалась», «Два билета в Москву». Ну, вот интересные, необычные такие повести. Валерий Георгиевич выразил желание еще раз побывать на Кольской земле, только уже в более светлое время, и поделился с нами своими дальнейшими творческими планами. Самый ближний план – это вот закончить трилогию вот, серии «Жизел». У меня, значит, первая книжка в «Жизел» вышла Сергей Довлатов, вторая – Лихачев, а сейчас вот я уже заканчиваю редактуру книжки Азощенко. То есть три знаменитых петербуржца вот, выходят у меня в этом году.